1192 году от Рождества Христова рыцари Запада начали третий крестовый поход на восток. Король Ричард Львиное Сердце взял верх над своим противником, великим султаном Саладином, и захватил город Акр. Саладин не смог уплатить обещанную рыцарям дань, и Ричард внял гласу одного из своих доверенных советников, предав смерти 3000 плененных сарацинов. Таким свершением он принял участие в древнем ритуале, исполненном этим коварным советником. В ритуале, названном «Раскол», который выпустил в мир черную волну демонов, монстров и духов. Столкнувшись с этой могильной угрозой, Ричард и Саладин объединили силы и бок о бок начали бой за спасение человечества, бесстрашно уничтожая ужасных тварей. Но несмотря на то, что Львиное Сердце и Саладин запечатали трещину между мирами, магия и чудовищное создание успели проникнуть в мир людей, навсегда изменив его лик. Столетия шли одно за другим, а люди все пытались справиться с порождениями раскола. Магия пропитывала генеалогические древа поколений. Духи объединялись с людьми, одним даровал могущество, а другим страдания. Мужественные крестоносцы приняли наследие Львиного Сердца и противостояли тьме по всей Европе и Азии. Храмовники Запада и Орден Саладина на Востоке вели войну с силами зла, а Инквизиция возрождала цивилизацию и очищала тех, кто оказался запятнан дьявольской магией. Ныне, в 1588 году, эти отважные ордена установили некое подобие безопасности и спокойствия в нашем бушующем мире. Но меня постоянно преследуют тревожные видения, темные планы, грозящие сломить наш хрупкий мир, и предатель, жаждущий возродить ушедший век. Новая война охватит и Запад, и Восток. Судьба мира станет монеткой, крутящейся после броска. И прежде чем эта монетка коснется земли, она будет перехвачена жадной рукой работорговца.